Ну что, ребята, у нас сегодня с вами выпускной. Вы причепурились, затарились шампанским, я надеюсь, готовы отмечать. Все-таки мы с вами 2 месяца, даже 2 месяца, одна 9 недель, прям 9 недель. Потому что это всегда такой момент открытия, это всегда такой an aha moment, потому что ты не ожидаешь от себя, что ты вот можешь пройти и может улучшиться восприятие на слух. У всех оно, естественно, улучшается. У всех, кто работал, у всех улучшилось. Это же фантастика. Какие вы молодцы. Так много людей выполнили все, прошли от начала и до конца этот путь. 2-часовой фильм. Это огромная, колоссальная работа. Потому что наш большой результат, он всегда состоит из маленьких результатиков, маленьких побед. Взялась за повторение стажера, Владлена? Это очень своевременно. Стажер forever, друзья мои. Вы даже не представляете, насколько forever. Ну что, друзья мои, теперь хочу спросить вас вот что. Хочу у вас спросить относительно ваших результатов. Насколько вы по ощущениям продвинулись в понимании на слух? Вообще, ваш самый яркий результат на этом курсе. Вспомните себя в начале курса, посмотрите на себя в конце курса. Как бы вы сформулировали ваш самый яркий результат от участия в этом курсе? Вот ваша маленькая или большая победа на этом курсе. Привет! Анна, ну, расскажите, это ваш первый был курс у нас, да? Первый ваш? Да, курс. Это мой первый курс, но дело в том, что я работаю врачом. Понятно. Вот, учила я язык сама. Угу. Язык у меня медицинский больше, конечно. И когда я стала работать, я столкнулась с тем, что люди меня не понимают. И очень сложно мне было слышать именно. И вот когда мои первые пациенты начали приходить, мне было очень страшно, потому что я сидела головой, кивала, но это же нужно услышать. И когда я увидела ваш курс, я решила точно записаться. Uh-huh. Вот. Но сейчас я уже не боюсь. Да, а вот теперь многие-многие фразы из фильма прямо зазубрила, заучила. И, в общем-то, использую. Теперь мне это очень помогло. Uh-huh. И, конечно, мои уши, они вышли из танка. Большую часть нормальной, спокойной речи я понимаю. Да, я почему решил этот курс взять? Я попробовал марафоны, такие 4-дневные, несколько раз. Я удивился, насколько слова лучше запоминаются при такой системе. Но да, я чувствую, уровень улучшился. А самое главное, появилась система. Ну вот как дальше можно заниматься, тем более, что у меня кое-какой английский язык есть, и самое трудное – это понимать. И вот лучше, наверное, ничего не придумаешь. Я все правильно сделал. Thanks a million. You're welcome. Здравствуйте. Я у вас на курсе первый раз. Поначалу я слышала примерно 50% по первым сюжетам. Но когда я прорабатывала все фразы, все слова, то я во всех сюжетах слышала, скажем так, не меньше 90%. И я, когда у нас закончился курс, я думаю, а посмотрю-ка я его на русском. Это совершенно разные фильмы, и я теперь поняла, что ни один английский фильм смотреть в переводе я не буду. Мне это не интересно. Очень рада вас видеть. Поделитесь результатами. Знаете, Люда, меня просто переполняют и чувства, и знания. Просто настолько увеличилось вот во мне количество английского языка, это просто невероятно. Это так здорово, ваш курс просто великолепный. И дополнительный вот этот вот по условным предложениям интенсив просто был замечательный. Это просто такое, знаете, вот как губка, в которой есть пустоты, да? И я чувствую, как они заполняются, и вот это вот ощущение просто колоссальное, это очень здорово. Ничего не говорите, но думаю, я уже вот столько, все фильмы прошла, наверное. Все фильмы уже изучили, уже все, уже смотрите на автомате, все. Понимаете, я просто кайфую сейчас. Да точно. Еще получилось так, что я начался курс, я заболела, и я погрузилась в этот самый фильм, да, это... Ну,
Честно, я вот была просто в этом фильме. Мне настолько он понравился, зашел. И вот я же знаю свои слабые стороны. Мне было всегда сложно, самое страшное, это уже записать на Машу. И вот это вот сейчас у меня уже так стало уходить. Ну и, конечно, командная работа, это просто супер у нас была. Вот, мы как-то подобрались все-таки тоже на одном более-менее уровне, но кто-то может быть выше, конечно. И поэтому никто ничего старался, я вообще не пропускала ни одной командной работы, потому что это очень-очень важно. Рекомендую всем, я всем рассказываю, потому что я тоже я не могу смотреть уже на русском языке эти фильмы. Здравствуйте, здравствуйте, Людмила. Ну, расскажите, как у вас дела на этом курсе? Ну, вы знаете, я вам, во-первых, хочу огромную выразить благодарность за этот курс. Великолепный курс, ну, собственно, как и все предыдущие, которые вот я у вас проходила, вот, и этот не стал исключением. Я хотела отметить атмосферу совершенно замечательную, которая у вас всегда царит, такая доброжелательная, очень ваш высокий профессионализм. Вот, конечно, командная работа тоже очень важна. Вы впервые участвовали, Ирина, в команде? Я первый раз, да, я первый раз. Все тоже очень вот в этом духе максимальной доброжелательности, максимального, вот знаете, поощрения, что называется. В общем, очень замечательно все было. Людмила, самое основное, что я хотела сказать, что для меня, да, тренажеры важны, все это важно, но вот не могу без ваших онлайн-занятий. Основное отличие ваших курсов это от других, это то, что нигде не проводится такого дриллинга, как у вас. То, что является, можно сказать, самым главным в языке, вот этого как раз и нет, понимаете? Это вот как, не знаю, как дать рецепт какого-то блюда и не указать такой секретненький ингредиент. И ты вроде все делаешь, а результат другой, понимаете? Результат другой. Столько нового узнала, вот как правильно кто-то сказал сейчас, вот как губка, да, вот заполнились пустоты. Вот и там было что-то не хватало, там не хватало. Далее, ничего спасибо. Подобного нет по ходу сейчас вот на рынке. Я вот говорю, больше, конечно, частью за Украину, но учитывая интернет и доступность к информации, вижу, что и в России тоже, походу, нет.